Пророк Исаия пророчески говорит о том, которого ожидали. Все чаяние Израиля было на эти места Писания, сказания пророков. И первое место, которое я прочитал, пророк говорит о том, что будет делать этот, тот, который придет в этот мир. Что он будет проповедовать лето Господне благоприятное. И пророк Исаия добавляет и день мщения Бога нашего. Я хотел обратить именно наше внимание на эти слова, которые пророчески предрек пророк Исаия. И когда Христос встал в синагоге, Он повторил то же самое, но почему-то остановился, проповедуя лето Господне благоприятное, но не упомянул день мщения Бога нашего. И вы знаете, современные учителя богословы говорят, что нужно всегда читать весь отрывок Писания, чтобы понимать весь смысл. Но почему-то сам Христос нарушил этот принцип и не прочитал последнего, что говорит «И день мщения Бога нашего». Я начал рассматривать, почему Христос не упомянул это. И вы знаете, очень прекрасная картина мы видим на основании Слова Божьего. Когда мы открываем Иоанна 3 главу, ее все знают, даже дети знают. Смотрите, я читаю дальше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякую верующую не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына». А вот и открывается смысл Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете всегда после откровения, всегда после 10 заповедей звучит суд. Если ты не будешь, то будешь судим. Если будешь исполнять, не будешь судим. Всегда сопровождал Божье Слово, Божий закон сопровождал суд. Но тот, который пришел к концу времен, он не упомянул о суде. Но Иоанн открывает, что Бог полюбил мир. И Он приостановил свой суд, послав Сына, чтобы спасти через Сына весь мир. И Христос уже говорит, что «Я пришел не судить». И мы увидим, что, какая роль Бога в отношении через Иисуса Христа. Что через Иисуса Христа Бог приостановил свой суд над человечеством. И Христос говорит: «Я не пришел судить, но кто будет веровать в Меня, он будет иметь жизнь вечную и не будет судим. Кто не уверует в Меня, тот будет судим, потому что гнев на нем пребывает». И вы знаете, проповедники Ветхого Завета, я буду так говорить, потому что сегодня переплелось христианство Ветхого и Нового Завета. И выведен гибрид сегодня. Да всех вводят туда, в Ветхий Завет, где совершается заповеди, закон и суд. А Христос говорит: «Я пришел не судить, но спасти». Но есть другая крайность Нового Завета, в которую упали сегодня современные христиане. Они говорят: «Бог не судит, живи как хочешь, однажды спасен и навсегда, что бы ты ни делал». Это другая крайность. Но есть Слово Божие, которым мы должны контролироваться. Верующий и неверующий определяет уже. Не исполняющий закон и не исполняющий, а верующий и неверующий совсем другое.
Прошлое воскресенье, неделю я был в Сиэтле, одной церкви пригласили проповедовать, и я говорил о разнице Ветхого и Нового Завета, чем они отличаются, служение Ветхого Завета и Нового Завета. А Новый Завет отличается тем, что через Бог, через Христа принес слово примирение, служение примирения, служение Духа и служение преображения. Вот это служение Нового Завета, чего не было в Ветхом Завете. И когда люди желают жить по Ветхому Завету, они никогда не предоставляют себя благодати Божией преображать их внутренний мир, чтобы он был соответственно образу Иисуса Христа. Они живут по образу Давида, Соломона, Самсона, кого угодно из Ветхого Завета героев, но живут, не живут по учению и образу Нового Завета Иисуса Христа. Вот в чем разница. Читаем дальше. Иоанна 5 глава, 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает...» Очень внимательны будете, вы потеряете очень много. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого». Вы слышите это слово? Не судит никого. «Но весь суд отдал Сыну». Вот разница Ветхого и Нового Завета. Если сегодня проповедник встает и призывает суд, что Бог может с тобой судиться, на основании этого Писания, Бог никого не судит. Он весь суд отдал в руки Сына Своего. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто чтит Сына, тот и чтит Отца, пославшего Его. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешед от смерти в жизнь». Истинно говорю вам, истинно, наступает время, настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышат, а живут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал жизнь, иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий. Вы начинаете понимать смысл Нового Завета, что все завязано на Иисусе Христе. Все, вера и ответственность за свою жизнь, она лежит на нас и на учении Иисуса Христа. Как-то на той церкви, где я хожу, я проповедовал о том, что Христос должен стать центром нашей жизни. Он должен стать центром нашей жизни во всех вопросах нашей жизни. И в молитве Он должен стать тоже центром, не мы, а Он должен стать центром. И никто другой. Ни один пророк за меня не страдал. Ни один прекрасный герой Ветхого Завета, они все названы героями веры, не приносил себя в жертву за меня. Но только один к концу времен, который пришел и подъял грехи мои, и пригвоздил их ко Христу, и дал мне право на спасение. И Он должен быть центром моей жизни. Даже не деноминация, к которой я принадлежу, но вера в Иисуса Христа. И Он производит суд. И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий. Это совсем меняет наши отношения уже. И знаете, что характерно? Я продолжу ту мысль. Когда я закончил проповедь, после меня встает брат и говорит: «Вы знаете, а мне нравится Давид». И 40 минут он говорил проповедь о Давиде. И я уже сам устал слушать. Ну, дети в воскресной школе знают все о Давиде. Я одному пастору сказал: «Сколько ты будешь петь песни Давида?» Давид
положил на слово, на Библию положил свой опыт с Богом. И он выносил исповедания, молитвы, общение с Богом и том помазание, которое пребывало на нем. Я говорю, если ты пастор, вынеси свое исповедание, свой духовный опыт и скажи людям, что сделал с тобой Бог. Мы знаем, что с Давидом Бог сделал, а ты скажи, что с тобой Бог сделал. Это будет твой опыт. Это будет твое общение с Богом. Это будет твое, которое ты вынесешь из исповедания. В этом заключается и молитва христиан. Если мы просим по воле Его, Он слушает нас. Не по воле, sorry, Он не слушает. Слово Божие конкретно. Читаем дальше. Я понимаю, это тяжело. Иоанна 12 глава. Когда я проповедовал в Сиэтле, один подходит старый брат и говорит, слушай, я всю жизнь верующий, я такой проповедь еще не слышал. Но я ее не спросил, а что ты слушал? Что тебе проповедовали? Ветхозаветные истории рассказывали. Читаем дальше. 12 глава. 44 стих. Иисус же возгласил и сказал, верующий в Меня, не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видевший Меня, видел пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И самое главное, что определяет сегодня наше отношение с Богом через Иисуса Христа. Услышьте это. Я взял для своей личной жизни, потому что я буду отчитываться перед Ним. Я буду стоять перед Ним на судилище. И Он будет судить не по высказываниям Давида, а Он будет судить меня по учению, которое Он оставил здесь на земле. И смотрите, это то, что я говорю. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я не пришел судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слово мое, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Кто будет судить? Бог будет судить нас? Христос будет судить нас? Нет. Вот это слово. Мой друг, пастор, который живет в Южных Штатах, говорит, Вася, Евангелие, учение Иисуса Христа настолько простое, что даже неопытный идет и не заблудится. Но мы, говорит, славяне, привыкли все усложнить, потом преодолеть и сделать себя героями веры. Нужно жить просто по слову учения Иисуса Христа и все. Он говорит, я не буду судить вас. Моя роль прийти и спасать. Он оставил свое слово и свое учение. И перед этим словом и учением я буду отвечать. Ваня будет отвечать, все братский совет, диакона, все отцы, матери, юноши, девицы и отроки. Все будут отвечать соответственно учению Иисуса Христа. Все. Там адвокатов Давида, Соломона, Самсона не будет. Ни одного пророка стоять, я буду стоять, и ты будешь стоять. И он спросит, я оставил свое слово, почему ты не исполнил, почему ты не жил, соответственно, моего слова? И тогда мы будем отвечать. Еще два места Писания, мы будем молиться. Давайте еще раз прочитаю, чтобы мы поняли. Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. И это достаточно для жизни христианина. Это достаточно. В прошлую субботу в Вашингтоне была конференция в одной церкви, и я там присутствовал. Было три самых таких тап великих учителей и богословов, которые проводили эту конференцию. И первый был это тот, который говорил, как правильно руководить финансами, как правильно платить десятины, как правильно строить свою финансовую жизнь. Это первая часть была. Вторая часть – это была история христианства. И человек рассказывал час о истории христианства, как оно двигалось и как оно развивалось от апостолов. И третье было – это ответы и вопросы. И я потом задал себе вопрос, а где Дух Святой? А где учение Иисуса Христа?
Последнее место. Деяния апостолов. Я не хочу вас, братья, расстраивать и сестры. Но смотрите. Деяния 15 глава. Уверовали язычники. Я делаю предисловие маленькое. И пришли братья из обрезанных туда. С обрезанных. Сегодня очень много обрезанных. Они пришли туда, говорят, слушай, подожди. То, что вы уверовали, это хорошо. То, что благодать вас спасла, это хорошо. То, что вы поверили в искупительную жертву Иисуса Христа, хорошо. Это то верите, что Он пригвоздил ваши все грехи, что вы благодатью спасены, но нужно еще обрезание, исполнение субботы и закона Моисеева. И они смутились. И отправили Павла и Варнаву вроде бы, отправили в Иерусалим. Они приходят и говорят, так и так у нас получилась очень плохая обстановка. Нас заставляет исполнять закон Моисея. И вы знаете, написано, и по долгом рассуждении. Я уже около 40 лет верующий, но никогда не обратил внимания на одно слово, которое сказал апостол Петр. Я его прочитаю. Почему я так сказал, чтобы обратили внимание? По долгом рассуждении Петр встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычников услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав и Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. И самый главный стих. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вею учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы, но верим, что благодатью Божию Господа Иисуса Христа спасаемся они, как и мы. Вы знаете, что такое слово «искушение»? Именно в этом контексте Петр сказал. Он сказал, что 40 лет Бог говорит, я был искушаем и раздражаем родом этим, это обетованным народом. Они искушали меня и раздражали. В чем заключается, что Бог говорит, вот так, я буду вашим Богом, я буду вести вас, я буду все для вас, я буду нести вас на крыльях орлины, я буду вашим Богом. Они говорят, а нам чеснока хочется, а нам мяса в котлах хочется, а мы скучаем по Египту. Он был раздражаем ими. Они искушали его. Бог говорит, возьмете город. Они говорят, плачут целыми днями. Петр упоминает то же самое сравнение, что мы желаем искушать Бога. Желая возложить на вии их иго, которые мы не могли, не отцы наши. Я хочу сказать, что это произошло. Когда мы берем принципы Ветхого Завета и хотим применить их в Новом Завете, это говорит, мы искушаем Бога в 21 веке. Потому что мы говорим Богу, ты недостаточно возложил полномочий и власти на Сына Твоего, и это недостаточно для нашего спасения, нам нужен Ветхий Завет. И Бог говорит, Петр говорит, уста Бог апостола Петра говорит, что вы желаете искушать Бога? Сколько мы сегодня повзаимствовали оттуда? Павел говорит, что вы были чужды обетования и закона Божьего. Когда Бог давал закон Израилю и все постановления, язычников не было, они не участвовали на этом братском. Они не участвовали на этом съезде великих и знаменитых. Бог дал только для народа своего Израиля, а язычники не в счет были. И когда благодатью Бог приведет язычников и иудеев, и во Христе Иисусе создал нового человека, устрояя мир. Роль Израиля упразднилась. Роль Ветхого Завета упразднилась. И сегодня только учение Иисуса Христа. И потому Христос сказал, я не сужу, но каждый будет судим по учению и словам, которые я оставил на земле.
2×2=4, братья и сестры. Очень просто. Я ехал с одним человеком. Не буду приводить примеры, они бесполезны. Я задал вопросы одному из учителей, который проводил семинар, там, конференцию эту, ученичество. Ну, может, это неправильное место, но мы сидели в парилке и парились. Я ему задаю вопрос, говорю, если апостол Павел говорит, вот и Израиль, вот язычники, и во Христе Иисусе верую, евреи и язычники устрояют, Бог творит нового человека, устрояя мир, убив вражду между ими, язычниками и евреями, устрояя мир, создавая нового человека во Христе Иисусе, новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Да, говорит, так написано, я задаю вопрос, какой смысл тысячелетнего царства на земле для Израиля? Объясни мне, я не хочу тебя поймать, как знатока Библии, ты ректор семинарии, но я хочу узнать для себя, для чего еще тысячелетнее царство, когда Бог примирил во Христе иудеев и язычников, создавая церковь Иисуса Христа. Он говорит, тебе никто не ответит на это, и я тебе не скажу, потому что это все относительно. Никто не может доказать, что оно будет, никто не может доказать, что его не будет. Я говорю, подлинный израильтяне, хоть один, я уже столько докторов богословия переспросил, и все говорят, Бог хочет доказать всему миру, и Он даст еще тысячелетнее царство. Я не буду распространяться, мы идем к молитве. Я говорю, зачем тома пишутся о тысячелетнем царстве, когда его все в тумане? Ну, надо что-то делать. Христос сказал, я, Отец не судит. И я не сужу. Мы ходим перед Его Словом. И это Слово нас оправдает или осудит. Я помню, в Шератоне было съездное собрание пару лет назад. И там было такое пророческое слово. Народ мой, я преподал тебе Слово мое. И отношению к этому Слову будет зависеть твоя вечность. Как ты отнесешься к нему? На основании Слова Божьего, да? Человек принимает Иисуса Христа, да, получает примирение, слово, получает служение примирения, получает служение освящения и служение преображения. И оно очень просто звучит. Когда мы взираем на славу Его, когда мы смотрим на закон Моисея, покрывало лежит в нас. Когда взираем на славу Его, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Божьего Духа. Но следующий стих, это Коринфянам 3, 18, а 4 глава, 1 стих говорит, имея по милости такое служение, мы не унываем. Почему? Потому что мы предоставляем Духу Божьему и Евангелию формировать нас и творить нас внутри нового человека, устрояя мир. Когда я говорил с одной сестрой, говорит, я прожила всю сознательную жизнь в церкви, но нас никогда не говорили о том, что я должна поменять свой характер, свои привычки, свою природу, распять вместе со Христом на кресте. И я всю жизнь мучаюсь своим характером злым. Дети мучаются, внуки мучаются, муж мучается. А потому что говорят все о том, что было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете не надо было распинать свой характер. Принес жертву и забыл. И пошел делать то, что делал дальше. В Новом Завете, говорит, есть служение преображения. Я проповедовал в Сакраменто в одной церкви. Подходит пастор, говорит, извини, но я всю жизнь был пастором, я не знал, что есть такое служение примирения. Я говорю, ну, тебе плюс. Вначале слово. Вначале слово, братья и сестры. Он пришел и принес слово. Вы можете не соглашаться со мной. Я не переживаю за это. Но смотрите, что производил Христос. Он пришел к фарисеям, книжникам, законоучителям, всем верхушке. Он зашел к Израилю и начал проповедовать. Они что делали? Противились. И он тот, которому отец дал право судить, он говорит,
прежний овец моих. Его слово сразу определило этих людей. Они автоматически себя переместили. И, конечно, итог. Он сказал, вы дети дьявола. До чего человек может дойти, отвергая учение Иисуса Христа? Но этим словом мы спасаемся, освящаемся через веру в Иисуса Христа. Его единственное учение. Я всегда задаю вопрос любителям Ветхого Завета. А если бы не было у нас Ветхого Завета, только Новый Завет, мы спаслись бы? Ну да. Вопросы есть? Нет. Желаешь? Гуляй по Ветхому Завету. Но ты не можешь применить ни одного примера в Новом Завете, Ветхозаветнего. Потому что это было служение буквы. Все благословение Ветхого Завета заключалось, я благословлю тебя под виноградной лозою, я благословлю тебя в овцах, я благословлю детях, в житницах, в полях, в землях, я все благословлю тебя материально. Новый Завет говорит, если ты даже будешь не иметь ничего, но ты будешь иметь благодать, ты будешь иметь жизнь в Духе, ты будешь иметь радость, праведность и мир во Святом Духе, и перед тобой откроются врата вечной жизни, если ты даже будешь хомлосом. Вот разница Нового Завета и Ветхого Завета. Мы идем в молитве. Для себя я нашел сегодня очень простой рецепт. Слово, учение Иисуса Христа. На основании Слова, то, что Бог открывает мне, я молюсь соответственно Слову. И в конце, как результат действия Слова и молитвы, идет благодарность на основании откровения Слова и переживания, и моего опыта с Богом. Это и есть молитва, это служение Нового Завета. Да благословит на всех Господь. У нас есть сегодня всех возможность стать перед учением Иисуса Христа и, соответственно, этому молиться. И говорить, Господи, вот Твое учение, вот я. За 40 лет верующий в моей жизни, что это слово произвело во мне? И вы знаете, когда вы в следующий раз выйдете сюда или возьмете микрофон петь, глаза ваши будут светиться, если вы переживете. Оно будет светиться, и глаза, и сердце ваше будут гореть, потому что вы придете уже с опытом отношения и переживания с Богом, который приносит и открывает Дух Святой. Последнее место, когда говорит Христос, когда придет Дух Святой, что Он будет делать? Напоминать нам о Давиде, о Самсоне? Я не унижаю их, поймите, братья. Дух Святой придет, он напомнит все, что Давид говорил. Он напомнит все, что Ной говорил. Он расскажет, как это было с Адамом и Евой в раю. Нет. Он сказал, он придет, он напомнит вам все, что я говорил. Я говорил. Он будет открывать вам мою славу. Он будет открывать вам образ мой, чтобы вы преображались в тот же образ. Вы знаете, есть еще одно место перед молитвой. Когда-то Бог говорил Израилю, остановитесь на путях ваших. Может, это резко очень звучит. Я говорю, пятидесятники, я себе это говорю. Остановитесь, молите на языках. Остановитесь вообще молиться. Сядьте и разберитесь, во что вы верите и в кого вы верите. На чем основании ваша вера? Или дай-дай, или Господи, моя жизнь, это твоя жизнь. Не я живу, но ты уже живешь. Моя молитва на основании Слова Божьего или только на давалках? Дай-дай-дай. Или на хотелках? Если Бог говорил Израилю, а сегодня Слово говорит, остановись. Что мотивирует твое служение? Что мотивирует твоя молитва? Чем ты руководствуешься? Это самое главное. Потому что молитва в Духе Святом, она приводит человека к учению Иисуса Христа. Она приводит к учителю нас. А учение Иисуса говорят, подожди, я первый. Я первый. Христос в центре, я первый. Не моя воля, но твоя да будет. Тогда у нас и песни другие будут. Тогда у нас молитва другая будет. Тогда и все будет другое. Почему?
Потому что Дух Святой производит в нас действие хотения по Его изволению. Я спросил одного человека, почему ты в церковь не ходишь? Твои родители верующие. Я не хотел бы на этой ноте заканчивать. Но он сказал, если бы они так жили, как они говорят, я ходил бы. Большая разница. Почему? Потому что прежде всего, как отцы, мы должны применить учение Иисуса Христа к себе. К себе. К себе. Они, видя ваше доброе житие, наши дети, они когда увидят, они придут и поклонятся. Я не буду долго говорить, но я мог бы очень много говорить об откровениях Божьих. Что открывает сегодня Господь? Это уже вычеркнуто из многих церквей. Я прошел, в Вашингтоне был в многих церквях. Сами такие ортодоксальные, законнические церкви были. Сегодня по 40 минут прославления. И ты не чувствуешь жизни, только голые песни. Встают на проповеди, рассказывают об Давиде, о Самсоне. Но от церкви Христа реального, действующего в дарах Духа Святой благодати, нет уже. И потом Слово говорит, остановитесь, возвратитесь. Возвратитесь в опыт с Духом Святым. Братья и сестры, я его не буду судить, но Слово Мое будет судить его в последний день. Мы не имеем права никого судить. Я вас, вы меня. Мы ходим все в учение Иисуса Христа. Принимаем, получаем благословение. Не принимаем это слово. Я превращаюсь в сухаря духовного. Как тут написано в законе, выходит, выносит сокровища сердца новое и старое. Мой друг говорит, тебе, мне очень легко проповедовать. Он пастор в юге, на юге, говорит, мне надо пример. Я заскочил, Ветхий Завет взял и употребил. А ты же отвергаешь Ветхий Завет, тебе надо очень много сидеть и думать, и ждать, когда придет откровение, когда придет какая-то жизнь. Чтобы... Тебе очень тяжело, я не завидую тебе. Я говорю, ну когда я говорю, пережил это, то это является моей драгоценностью. А пример с Ветхого Завета, он не является для тебя драгоценностью. Потому что в нем жизни нет, это история. Это просто факт. Я не буду судить его. Всех вас, меня. Ни Бог не будет судить, ни Христос не будет судить. Мы все предстанем пред Его судилище. И вы знаете, как это происходит? Мой отец был 50 лет пастором. Я извиняюсь, я долгое время этой церкви не был. Он прочитал это местописание, говорит, Господи, как это будет? Как это будет? Что от слов своих оправдается, от слов своих осудится. Ночью, говорит, я стою, и, говорит, картина передо мной, как экран. Ну, он сказал, как было 50 лет назад, говорит, как в клубе крутят кино, вот так вот. Говорит, идет пленка, и за день вся моя жизнь прошла, все мысли, все действия, все слова, все прошло. И говорит, когда закончился, слышу голос, сын мой, вот так будет каждый оправдан и осужден от своих уст и от слова моего. Не надо ходить и ловить кого-то. Сторожить. Братья, мы все под благодатью и под Его Словом. И Бог будет, соответственно, своего учения Иисус судить нас, правы мы или не правы. Да благословит вас Господь жить по учению Иисуса Христа. Последнюю мысль. Слушай, очень много по интернету еврейских раввинов, учителей иудаизма. Мне нравится это. И один из раввинов иудаизма сказал, что между нами иудаизм, учением иудаистов и учением протестантов нету разницы. Сегодня они проповедуют сторы, и мы проповедуем сторы. То есть они проповедуют все в тех церквях уже с Ветхого Завета, и мы проповедуем. Одно, что нас разделяет сегодня – они признают Иисуса Богом, а мы не признаем Его. Хотя уже евреи признали, иудаисты даже признали, что Иисус – это Мессия язычников. А мы ждем своего Мессию. Уже они даже на этот шаг пошли. Но, говорит, скоро мы будем все вместе.
Все протестантские и христианские религии, иудаизм соединятся и будут одно. Вот куда идут все институты библейские. Переводя рельсы с Нового Завета на Ветхий Завет. Да сохранит нас Господь. А это будем, мы идем к этому. Но сейчас мы идем к молитве. Перед нами молитва. Мы будем благодарить, мы будем молиться. Но соответственно его учению. Я благодарю, что я не такого, как этот? Нет. Сегодня вынеси, как Давид говорит, я рано пристану. И ты будешь говорить со мною. Ты будешь отвечать мне. Он выносит опыт свой с Богом. На молитве вынесем свой опыт с Богом. И это будет самая высшая хвала, выше всякого прославления, когда ты признаешь власть и могущество и силу Духа Святого в своей личной жизни. Аминь. Молимся.